Девушка 2 дня не смогла слезть с дерева на улице Академика Королева в Петропавловске. На выручку усатые пришли спасатели. Днем 23 апреля в Краевое управление МЧС обратилась местная жительница, которая сказала, что кошка находится примерно в 5 метрах от земли и жалобно мяукает. Дежурная смена поисково-спасательного отряда МЧС России не осталась равнодушной и отправилась выручать из беды пушистого альпиниста. Спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись к дереву, сняли оттуда перепуганное животное и отдали в руки заявителям. Помощь ветеринарного врача кошке не потребовалась.